следующий раз. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять. Пока сам понравился. Один. Один же. Один, два, десять, восемь, девять. Один! Хватит! Ну, хватит, я говорю. Всего 15 раз. Ну а на что я рассчитывал? Я не подтягивался. Как дела, джентльмены? У меня, как вы видите, не очень хорошо обстоят дела с подтягиваниями. И я не подтягивался очень давно, по правде говоря. А что меня побудило залезть на турничок, так это то, что сегодня, 5 мая, я первый раз в жизни зарегистрировался на гонку наций. Race Nation, забеги у нас проводятся в Украине. И в прошлом году мой друг Миша пробежал, ему очень понравилось. И он с меня взял честное слово, что я в следующем году, в 20-м, побегу вместе с ними. В общем, сказано, сделано. Регистрация пройдена, билет на руках, 30 мая, через 85 дней будет забег. Поэтому я начинаю прикидывать всякие упражнения, которые потенциально могут быть. Может быть и не подтягивания. Кстати, напишите, кто сколько может подтянуться за раз в комментариях. Ну, по возможности максимально чисто, потому что я в таких условиях подтягивался, что дернуться особо и не получится, даже если захочешь. Пишите. И большая просьба написать, кто участвовал в подобного рода забега, какие там были препятствия. Вот у меня дистанция 5 километров и 20 препятствий. Я знаю точно, что мне нужно будет по-пластунски там вот по лесу за спиной полазить, отмерить дистанцию 5 километров, хорошо ее бегать. Но чтобы еще я мог соорудить в лесу и потестить, мне бы тоже хотелось бы очень услышать. Поэтому все свои догадки и предположения, какие будут препятствия, пишите, почитаю все с удовольствием, возможно, что-то и реализую. За невыполнение того или иного задания нужно делать 15 бёрпи. Поэтому и бёрпи я теперь буду прыгать и бегать почаще. В общем, к забегу я готовлюсь не так, чтобы прям пробежать его, оставив все там легкие, сердце и все прочее. Получить максимальное удовольствие, но и тоже не хочется опростоволоситься. Хочу с собой взять камеру, все это записать. Это такой небольшой анонсик того, что в ближайшее время будет происходить и к чему я буду по чуть-чуть готовиться. Гири никуда не деваются, за это не переживайте. Просто немножечко нужно поднять свою функционалочку, дыхалочку. Весна пришла, надо начинать бегать. Это и зимой бегал периодически, но не пятерочку. Теперь будем бегать 5. В общем, свои догадки относительно заданий пишите. Кто бегал, делитесь своими ощущениями в комментариях. До скорых встреч. Пока-пока.